Профессия гончар редкая и при этом прибыльная, рассказывают кировские мастера. Освоить это ремесло достаточно просто, но перед тем, как заработать, придется вложиться. Мы продолжаем серию сюжетов в рамках нашей рубрики «Я рабочий». На этот раз Ксения Фрик провела рабочий день в мастерской и прямо сейчас расскажет, как заработать на глине. Тихо-тихо, сильно-сильно не давите. Сильно это сразу же не надо. Работа для чувствительных рук. Это ремесло одно из самых древних в мире. Из куска глины мастера на Руси создавали посуду на механическом гончарном круге. Сейчас используют только электрические. Стоимость оборудования около 50 тысяч рублей. Плюс затраты на глину. Мы же как бы ее вытягиваем, и глине-то нужно откуда-то браться. И она как бы немножко спускается у нас. Так образуется пузико. Глиняный стакан на глазах превращается в вазу. Форма изделия и высота зависит от фантазии мастера, как и рабочий день. Гончар трудится сам на себя. Чем больше изготовит изделий, тем больше сможет и заработать. Раз и все. Тяните к себе. Вот, все. Так, аккуратненько, да, снизу. Подхватываем, оп, и все. Ну вот, изделие готово. Теперь ваза еще несколько дней будет сушиться на полке. Затем попадет в печь на обжиг. А пока мастер переходит к этапу покраски. Готовое глиняное изделие необходимо покрыть глазурью. Берите больше и как бы такими мазками старайтесь. Раз так, мазочками. Длинными? Да, да, вот все правильно. Глазурь серого цвета после второго обжига станет бирюзовой. Палитра оттенков разнообразна, рассказывает мастер Мария Шергина. Поэтому любой каприз заказчика гончар может выполнить. Чем сложнее работа, тем выше стоимость изделия. Я знаю, что вот мастера работают, то есть у них постоянно идет какой-то поток заказов. Вот индивидуальные изделия или, допустим, там штук 40 нужно каких-то кружек сделать. Вот, то есть как бы вот такое вот. Заказы, конечно же, есть. Если кружка, ну вот она в среднем там рублей 200 будет стоить. Вот, и он заказывает там ему штук 40. Такая работа подойдет творческим людям. Лепить из глины вазы, кувшины и чашки, уверенно, гончар, сможет каждый. Главное – пройти курс обучения. А затем можно открывать и свою мастерскую. Правда, для этого понадобится серьезное финансовое вложение. Ксения Фрик, Даниил Кочкин, Бюро новостей «Давичи».